В Орловском регионе будут проверены все социальные объекты на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Такую задачу в понедельник на аппаратном совещании поставил губернатор Вадим Потомский. Специальные рейды уже начались. В связи с трагедией в Воронежской области аналогичные мероприятия проводятся по всей стране. МЧС, чтобы проверили все объекты социальной направленности, это детские дома, все, что касается медицины, все школьные учреждения на предмет срабатывания пожарной сигнализации, возможности экстренного реагирования, чтобы все было сделано. Особенно касается, это касается объектов медицины, учреждений медицины. У нас есть недорешенные вопросы. Напомним, пожар в психоневрологическом интернате произошел в ночь на воскресенье. По данным МЧС Российской Федерации, 21 человек погиб на месте пожара, еще двое при доставке в лечебное учреждение. Спасателям и сотрудникам интерната удалось спасти более 50 человек. Об уроках трагедии говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совещание провел первый вице-губернатор Александр Бударин. Вопросам подготовки должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности должно быть уделено большее внимание, сказал он. Подготовка должностных лиц и населения – это важнейшая задача по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Вот сегодня в результате там предварительного дознания ситуации, которая возникла в Воронеже, можно сказать, что просто конкретный человек, который должен был по алгоритму осуществить определенные действия, осуществил его на свое усмотрение. Также на совещании были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в период новогодних праздников, задачи по снижению пожаров и гибели людей в этот период.